Приветствую, меня зовут Родион Иванов, и я благодарю за участие в джазовом конкурсе «Соловьев арт». И пару слов по поводу дуэта вашего исполнения пьесы «Дым». Вы очень все хорошо сыграли, но самый большой вопрос это в том, что в этой песне есть еще припев, но вы его почему-то не сыграли. То есть это как бы вторая часть «Б». И, соответственно, у меня такое пожелание такое, чтобы вы выучили припев, часть Б, и сыграли так же хорошо, как и часть А. И будет вообще все идеально. Так что вам успехов, вашему дуэту, всего хорошего, до свидания.